Хотел бы я, чтобы все было иначе. Трэвис, скажи мне, где Итан? Слушай меня! Мы можем уничтожить его! Я знаю как! От него нельзя избавиться, Итан. Невозможно уничтожить время. А он именно им и является. Скажи мне, где Итан? Сейчас же. Я даю спящему то, чего он хочет. Чего хотим всем.
Слушай, старик, тебе нужно идти домой. Отсюда, Бога ради, немедли, уходи! Трэвис, закрой глаза. Не подходи! Я тоже болен, Итан. Я чувствую спящих в своей голове. Значит, борись! Я должен уничтожить ту комнату! Ворон, извини. Итан, я не могу позволить тебе сделать это. Чтобы не обратила семью Итана против него, дед пытался сопротивляться. Годы помогают против тех вещей, что питаются ненавистью. И борется он не с помощью мудрости или опыта, а при помощи усталости. Ненависть с возрастом становится бессмысленной.
как люди по-разному причиняют боль друг другу и самим себе. Виной этому становятся обстоятельства, эгоизм, безумие. Короче говоря, есть чувства и эмоции, которые можно контролировать. Но есть и те, что контролировать нельзя –